Вот уже, наверное, недели две не вывозят. И контейнеров ничего нету. Было 4 контейнера. 4 или 5 было. Я смотрю, такой бардак, прямо ужас. А какая управляющая компания? Такая здесь его. Жил коммунал, жил сервис, да, у нас, по-моему. Да. А за мусор вы платите, да? Конечно, обязательно. А какая стоимость? Месячно. За одного человека 68-82. А вывозят? Вывозят раз в неделю. Вот у нас по улицам ходит раз в неделю.